вышла в магазин. Здесь нужно пройти в центр деревни, и тут все магазины. Тут есть Пятерочка и небольшие другие магазины. На улице хорошая погода, и не жарко, не плюс 35, как тут обычно бывает, ну, где-то плюс 29. Прям в самый раз. Выехали сегодня погулять. Мы по-прежнему находимся в Ставрополе. Это район перспективный. Хотим сходить здесь на фонтаны. Это, видимо, какой-то новый район. И здесь такие вот красивые колонны. И здесь у нас описание. Лермонтов. Горбачев. Там я уже вижу фонтан. На улице сегодня хорошая погода, и не холодно, и не жарко, 25 градусов. Пришлось одеть футболку и штаны, хотя я хотела погулять сегодня в платье, пофоткаться в платье. Маска также при мне. Здесь, в Ставрополе, опять введен масочный режим, уже как неделю, наверное. В магазины нельзя заходить без масок. Из некоторых магазинов просто охранники выгоняют. Опять здесь достаточно большое число заболевших. В общем, цифра здесь растет вверх, а не вниз. И я опять хожу в маске. Ну, я и в транспорте одеваю, хотя в транспорте мало кто ходит в масках. Но, знаете, лучше ходить в маске, чем потом болеть. Хотя не знаю, сколько эта маска защитит, не защитит. Ну, по крайней мере, думаешь о том, что она тебя защищает. Называется Фонтан Россия. Красивые там статуи на фонтане. И по вечерам здесь идет красивая подсветка, светомузыка. Ну, это где-то с 20 до 22.00. Я, конечно, хотела бы тоже сходить вечером, но это слишком поздно. Мне нравится этот фонтан. Очень такой красивый и достаточно большой. Особенно мне нравятся эти статуи. Ветер тут бешеный, открытая такая местность, но мне тут нравится, классный райончик. Скажите, пожалуйста, во сколько вы будете идти?
Парк Патриот. Мне в Толечке мне тоже нравится уйти. Да, потому что здесь трактора. Танки. Тракторов тут нет. Пушки, танки. Да, вертолет. Глаза как у стрекозы. Угу. Бывают же некоторые вертолеты. Ну да. Отсвечивает, в общем, здесь можно посмотреть. Можно выбрать какую-то военную технику. Допустим, вот эту. И почитать. Т-80Б. Отсюда тоже красивый открывается вид на фонтаны. Мы тут уже больше часа, и отсюда даже уходить не хочется. Очень здесь красиво, мне очень понравилось. Хороший район. Можно здесь гулять просто бесконечно, мне кажется. Мы пришли в самое начало. А еще здесь вот эта прикольная желтая штучка. Интересно сделана. Сходили на Владимирскую площадь. Галочку поставили, как говорится. Все. Сейчас идем на остановку и сейчас мы поедем в ТЦ Москва. Я хочу там зайти в Золу, если она открыта, конечно. Еще там в некоторые магазины зайти, и потом нам нужно на рынок Тухачевского здесь есть, купить сумку. Потому что через неделю, 21 августа, мы уже улетаем отсюда, с теплых краев, в холод. Надо нам купить сумку, у нас будет только ручная кладь. Ветер здесь достаточно такой сильный, и солнце прям очень яркое. Без очков здесь невозможно ходить. У нас будет только ручная кладь. Чемоданов никаких у нас не будет. Летим мы компанией Аэрофлот, поэтому ручная кладь там, слава богу, побольше, чем в Победа. Поэтому ручная кладь, слава богу, там побольше, чем у Победы. И нужно постараться все это дело уместить. Поэтому
поэтому сейчас пока наслаждаемся последними теплыми денечками. В Питере так вообще сейчас дубак. В набережных Челнах тоже сейчас похолодало. Но там, конечно, тепло еще будет в сентябре, а вот в Питере, я не знаю, честно говоря, какая будет погода. В сентябре там ни разу не была. Ну, наверное, там будет уже холодно. Всем привет! У меня сегодня такой деревенский стайл. Завязала тут себе хвост. Это у меня какой-то топик, который я еще на Алиэкспресс заказывала. Ну, я его так ношу дома, потому что мне что-то как-то не особо нравится. Напоминает какое-то нижнее белье. Поэтому для дома сойдет. Вчера я ничего не снимала, не было уже сил. Просто приехали в деревню и покушали. Я потом уже завалилась практически спать. Надувной фламинго с моря. Теперь он здесь. Надули его для, в общем-то, моего двоюродного брата. Он его любит, он с ним тут играет, сидит на нем. Вчера мы были в магазине Zola, мне кое-что там понравилось. Я купила юбку и также купила один топик. Юбочка белого цвета, она безумно красивая. Я как раз хотела себе именно белую юбку, такую, знаете, не короткую, а именно такую плиссированную. И она была по распродаже, как раз-таки в Золе. Я выбрала размер XS. Стоила она 1500, я ее купила за 800 рублей. Тоже я люблю магазин Золо. Многое мне в этом магазине нравится. Ткань такая немножечко шуршащая, но когда ходишь, она абсолютно не шуршит. Юбка идет с подкладом. Мне очень понравилось, только единственное, я думаю, что же наверх можно будет придумать с этой юбкой. Это, конечно, летний вариант, но я ее купила уже практически в конце лета, но планирую еще осенью поносить. У меня также есть белые кеды, я думаю, что будет смотреться действительно очень красиво. И еще одна моя покупка – это топ или блузка из гипюра. Тоже мне понравилось, как смотрится. Забрала самый последний размер. Тоже здесь подклад идет. Нравилось, что лямочки идут из такой вот позолоченной цепочки. Ну, это, естественно, не золото. Надеюсь, быстро не слезет, но смотрится действительно классно. Но, конечно, нужны какие-то прозрачные лямочки под бюстик. Тоже золо. Стоила блузка 1200, я ее купила за 800. Размер у меня тоже XS. С юбкой я мерила. Ну, вроде бы так ничего, но мне кажется, наверх нужно какую-то такую блузку простую, не гипюровую. Ну, потом еще раз померяю и вам уже покажу. Еще я сейчас сижу, обрабатываю свои старые древние видео, которые я снимала еще в мае месяце. Но летом, знаете, я так отдыхала, толком ничего снимать как-то не хочется, обрабатывать тоже не хочется. Но сейчас я все-таки решила сесть и обработать, потому что рано или поздно это нужно будет сделать. Но, к сожалению, видео, конечно, я выложу гораздо позже. И опять не будут писать, опять ты поздно выкладываешь. Ой, этот влог был за апрель месяц, зачем ты выкладываешь вообще-то уже в сентябре, какой смысл? Девчонки, если не хотите, не смотрите. Видео я в любом случае выложу, потому что я его делала, и кому-то, возможно, будет интересно все равно посмотреть. Поэтому всем подписчикам, которые остаются со мной, мои верные подписчики, говорю вам огромное спасибо. В принципе, все видео я делаю, конечно же, именно ради вас. И мне очень приятно, что мой канал смотрят. И еще я параллельно тут занимаюсь делами по работе, готовлю презентации, потому что совсем скоро, уже можно сказать, через 2 недели начнется учеба, работа. И, как обычно, лето прошло, словно и не бывало. Лето всегда проходит очень быстро, просто как один миг. Меньше чем через неделю мы уже улетаем. Сначала, естественно, я лечу в набережные Челны домой. Собираю чемодан, и потом я уезжаю в Питер на работу. Я, знаете, что еще думаю? Не пойти ли мне в салон сделать маникюр? Я, конечно же, зарекалась, что гель-лак я делать больше не буду, потому что это химия. Я остаюсь при этом же мнении. Я считаю, что гель-лак — это, естественно, химия для ногтей.
Но я думаю, если делать не часто, то ничего такого не будет. Естественно, вся косметика – это химия, что уж там говорить. Но если я сделаю один разочек гель-лак, я думаю, ничего не будет. Мне прям хочется сделать французский маникюр, именно гель-лак. Потому что, когда я приеду в Питер, у меня реально не будет времени, я знаю, делать маникюр. Хочется чего-то такого красивого, какую-нибудь красивую форму придать. Ну, чтобы лак держался действительно долго на ногтях. В принципе, я делала гель-лак где-то раза 3 или 4 за все свое время. Аллергии у меня никакой не было, но я, знаете, сейчас так немножечко переживаю. А вдруг, мало ли что, потом ехать, и вообще не хочу, чтобы ногти выглядели как-то непрезентабельно. Поэтому я пока думаю, идти в салон или не идти. Я просто хочу сходить именно здесь, в Ставрополе. В Питере тоже мне некогда будет таскаться по салонам. А в Набережных Челнах тоже времени у меня не будет на это дело. Поэтому остается вариант только в Ставрополь сходить. В принципе, я уже нашла девочку, которая этим занимается. Но пока я думаю, надо или нет. Салон красоты. Заходим. Я уже приехала в деревню, жую ролл, который я в Бургер Кинг купила. Вот такое вот у меня получилось окрашивание. И также я сделала вот такую вот стрижку лесенкой, мне очень понравился результат. Вообще, когда делаешь лесенку, по крайней мере, есть какая-то прическа, чем это будут просто прямые волосы. Ну, конечно, нужно укладывать, чтобы было красиво, но хотя без укладки тоже у меня волосы, в принципе, нормально ложатся. Очень красиво получился оттенок. Холодный блонд, пепельный, как я и хотела. Вот так вот выглядит сверху. Я очень довольна. Я очень довольна. Мне нравится, когда, видите, корни остаются такими темными. Ну, естественно, там милирование. Целиком блондинкой я краситься не стала. Ну, опять же, мне просто не пойдет, я знаю. Да и к тому же потом нужно через 3 недели уже подкрашивать корни. У меня волосы растут быстро. Это куча заморочек. Мне вот нравится такой вот результат. Такой эффект на волосах. В общем, супер. Очень мне понравился мастер. Понравился сам салон. Так что поход удался. Жалко, конечно, что я нашла хорошего мастера здесь, в Ставрополе. Я здесь бываю вообще крайне редко. Если только летом, на следующий год, я вообще не знаю, как что будет. А мастер действительно очень хороший. На улице уже темнеет. Вчера мы ходили вон туда, на гору, на кладбище. Надо было сходить. В принципе, когда я приезжаю сюда, тоже я каждый год обязательно хожу. Коровка. Там еще одна коровка. Сейчас нужно в гору подниматься. Сейчас я приду и буду отдыхать, потому что я в салоне проторчала 6,5 часов. В принципе, как обычно. Ну, нормально. Я уже закаленная на это дело. Мне не тяжело сидеть 6,5 часов. И могу сказать, что время даже пролетело, как ни странно, очень быстро. Ем вот такой ролл с Бургер Кинга. Тут курочка. We'll be right back.